История главной героини с сериала «Сердце матери» не оставила равнодушными тысячи зрителей, которые с большим интересом ждут продолжения сериала. Первый сезон сериала состоял из 24 серий. В случае продления сериала «Сердце матери» на второй сезон, дата выхода 25 серии может быть назначена уже на середину 2020 года. И есть вероятность, что выход новых серий может задержаться до 2021 года. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.